Маколум, вероятность перехода Джеймса в Филадельфию высока. 4 апреля 2018 года, 23 часа 57 минут, баскетбол, НБА. Защитник Портленд Трейл Блейзерс Си Джей Маколум считает, что вероятность перехода защитника Кливленд Кавальерс Леброна Джеймса в Филадельфию 76ers гораздо выше, чем принято считать. Филадельфия играет в Восточной конференции, Леброн отлично чувствовал себя на Востоке на протяжении всей карьеры, здесь он постоянно выходил в финал конференции. Вероятность его перехода в Филадельфию Сиксерс гораздо выше, чем люди считают. Но я не уверен, что у клуба есть для этого финансовые возможности, приводит слова Си Джей Маколума Clutch Points, источник чемпионат, сообщить об ошибке комментарии 05 апреля 2018 года, 4 апреля 2018 года, 3 апреля 2018 года.